Так, всім доброго дня, слава Україні. Зараз знаходимося на Буковелі. Поїхали подивитися трошки Буковель. Ми не були, ну, я здесь не був, я тут не був, по крайній мірі, я зараз трошки на російську перейду. У мене дуже багато просто глядачів, які розмовляють російською мовою. Очень давно не был. Я, наверное, только 2 или 3 раза был здесь на Буковеле. И то я был первый раз, это был я с ребятами, когда мы вместе катались там на сноубордах, на лыжах. Вот. Ну и один раз мы просто приезжали, а этот раз вот приехали уже посмотреть немножко людей. Конечно, здесь очень мало. Очень много переселенцев здесь. Не знаю, как здесь по гостиницам. Ну, я имею в виду, много ли здесь людей в гостиницах, потому что на улице я вижу очень много людей. Мы были, называется, Гуцулендия. Такое, знаете, потом выйдет видео, посмотрите про Гуцулендию. Это там разные животные, разные домики, культура украинская. То есть там с разных сел украинских привозят домики, дома, то есть, да, и там гончарство, мольфари навіть там були, тобто таке дуже, дуже цікаве, дуже інтересне. Самвел там з Машою. Самвел, ногу постав на ту штуку. Ногу положи на лівую штуку. Мені, звісно, Самвел там з Машкою сьогодні дали жару. Вони напились цієї наливки, короче, вишневой разной, потом хреновухой разной, ну, короче, очень много чего попробовали. СМВЛ трохи впився. Хорошо, что я не впився. В общем, вот это люди здесь, видите, кто-то пешочком идет. Я очень боюсь вот этого всего. Я вам сейчас с той стороны покажу, потому что я боюсь вообще высоты. На самолетах-то я, конечно, могу летать, а так я боюсь высоты. Я вам потихоньку покажу. Эти гостиницы какие красивые. Кто-то уже назад возвращается. Это такой как круг, знаете, в одну сторону, потом в другую сторону. Кто-то хочет вот себе пешочком идет внизу. В принципе, пешком тоже очень красиво, достойно пройтись, прогуляться. Особенно те люди, которые здесь живут. Свежий воздух каждый день. Дорогое удовольствие. Не дешевое удовольствие. Но все-таки, видите, люди ездят. Смотрит, у кого есть такая возможность. Мы заехали сюда бесплатно, то есть абсолютно мы ничего не платили. Единственное, что платится, это платится... Что? Вы хотите назад пешки? Не-не, я не хочу. Не. Хотел вам договорить и забыл, что вот видите пушки, те, которые снег. Сколько здесь дети тоже ходят. Домики вон по номерам. Видите домики и сразу и гаражи вот для машин. Видно домики, люди, которые машинами приезжают, у них сразу, вон, видите, есть гараж свой, где они могут машину парковать. По поводу питания не знаю, есть, наверное, некоторые гостиницы, которые делают все включено, скорее всего. А есть некоторые, которые там завтраки только дают. Я думаю, здесь тоже есть какие-то супермаркеты, кафешки, рестораны. Ну, конечно, цены здесь такие недешево, скажем так. Тут надо иметь деньги для того, чтобы здесь жить. Все. Вы скажете, что я дуже багато говорю про деньги. Сейчас переверну камеру. Тут мы немножко с вами так пообщаемся. Я и вы, и подъемник буковельский, боже. У меня такая, знаете, какая-то фобия, потому что я вот когда еду, вот я слышу вот этот звук, слышите, как оно шкрябает. И это во-первых, а во-вторых, оно дает такую как вибрацию. Вот я когда еду, я держусь всегда за вот эту палку, потому что оно вибрирует, и у меня всегда... Что? Скажи, я не понял. В общем, у меня всегда страх того, что что-то с этим подъемником случится, потому что... Все доброе! Все добре. Я еду.
заканчивается, трусуется опять. Люди едут нормально, я один как дурачок. Сейчас покажу вам немножко бростера. Вот это, смотрите, такие, видите, я не знаю, как оно правильно называется, типа такие кар-машинки для детей. Вот они вот так вот по кругу катаются. Не знаю, ну, лучше напишите, как оно точно называется, я не знаю. Вон тоже, смотрите, домики, какие люди живут. Яка все-таки багато в нас, боже. Ну, няньте, яка в нас Україна багата. А з тої сторони, смотрите, які дома, боже мой, це все букови. Вон на машинках катає. Няньте. Боже, я би де так катав. Вони хочуть, вони напились наливки, вони хочуть ще на машинках кататися. Та ви що, я на цьому кататися не буду. Там люди живуть і смотрять. Ми були отам от наверху, ми їхали отуда вверх-вверх-вверх, і там є Гуцуленді. Що-то типу американський город, що, не знаю. Не знаю, я цього боюсь. Пусть вони собі їдуть. Я точно. Вон, жінка взагалі одна поїхала. Боже, я в шокі. Та головне, їде і кричить сама, гляньте. Та ну його нахрен, не хочу я, спасибо. Тут от, видите, здесь снег, тут же еще тот снег, который был зимой. Ну и может, наверное, еще искусственного снега набрасывали сюда. И катаются люди на лыжах, на сноубордах. Там вон, видно сразу, видите, люди идут в лес. То есть кто-то себе там живет в этих домиках, раз, сразу хоп, себе в лес. Тут летом, наверное, классно, можно и грибы разные себе белые искать. Разные и себе белые, то я говорю, короче, грибы. Я не пив нічого, не удивляйтесь, я тільки дишав їхнім алкоголем. Вон з тої сторони ще один, второй пошел називається. Ні, боже, упаси, бо я їхав. Я боюсь. Вдруг я застряну, ну нахрен. Я вам не рекомендую. Тому що... Що це? Я не чую вас. Саме співає, молодець. Ми все їдемо, їдемо, зараз покажу вам. Господи Боже мій. Найдовший тролей України. Тролей, це що це з тої сторони? Тролей, тролей, гляньте, скільки ми вже проїхали. Це от ми з тої сторони, знизу, сюди. Та ми вже з підйомником слізли. Туди. Пішли, посмотрели таке болото. Там подъемник такой, подъемник, господи, смотровая. Смотрите, белые кроссовки, все в болоте. Это еще, видите, один подъемник, это тот, который на лыжах люди, вот сюда на сноубордах, и на лыжах тут побольше людей, не вместе с лыжами, сноубордами уже готовы, вверх поднимается сюда, потом туда, и вниз спускается и катается, пока никого, ну, запах какой-то такой, сигарет, я думаю, что я слышу запах сигарет, после того, как я бросил курить, я теперь слышу все запахи, которые есть вокруг.
Я обратно, вот так как мы сюда наверх приехали, так я обратно и пойду. Мы идем на посадку. Видите, сказали на машинках вот этих, которые, чтобы поехать, 800 гривен 2 человека, 500 гривен 1 человек. Капец. Мне треба быстро, потому что вони сейчас поїдуть вдвоем, а мене не буде. Люди собі сидять, віддихають. Мене не забудьте! Та ну ви що, 800 гривень, 1000 гривень вниз спуститься, ні. Вперед! Поїхали. Не забувайте закрити цю. Вверх. Буковельські гірки, ролер. Ой, я не прочитаю. Ролер кост, коста. Ролер, ролер коста. Зіплайн. Или дзіплін. Короче, справите мене. Все, їдемо обратно. Тоже можете увидеть другую красоту. Тут, видите, билет. Дует 800 гривень. Это 2 человека 800 гривень. А 1 человек 500 гривень. Щоб на цих машинках покататися. Ну, тобто на горках вниз. Сніг. Класно. Ми зараз вниз туди спустимося. Там заберемо машину на парковці. І будемо їхати. Ми сьогодні провели цілий день, вважайте. На Буковелі були, в Поляниці були. В Поляниці. Саме опять співає. Чомусь наша славна Україна зажурилася. Червону калину підіймемо. Гей, гей! Пані вже по 10-му кругу. Тоже, когда сидели там, были в этом Гуцуленді, там видео посмотрите, там тоже были люди, которые, я не помню, откуда они, по-моему, или с Мариуполя вроде, тоже молодцы, и песни украинские пели, и підтримували, тоже нас садили. Едем, едем. Это уже мы, смотрите, немножко с другого ракурса вам покажу. Это уже мы уже ближе к низу спускаемся. С той стороны тоже видите домики. Интересно, сколько там стоит номера. Попозже приедем, посмотрю, сколько сутки стоит в этом домике. Наверное, их как-то на месяц бронируют. Самвел с Машей уже успокоились, тихо едут вниз. На машинках не поехали. Уже вверх меньше людей, уже все вниз, вниз. Уже все ниже и ниже спускаемся. Озеро, там дорога. Это как-то мне было страшно, когда мы... Я сижу. Когда мы вверх поднимались, мне было страшно вот тут вот над этой речкой и дорогой. Так, сейчас как-то уже не так страшно, когда вниз. Потому что... Знаешь, что быстрее уже еще немножко, и все, и ты уже будешь на земле. Видите, сколько людей ходит. Я всем желаю мирного неба над головой, что у меня уже голова побаливает. Перемогу Украине, слава Украине. Всем нас обов'язково буде добре. Хорошого всем дня. Ну и еще раз слава Украине. Героям слава!